Ну что, прикольно?
Продолжение следует...
себя максимально спокойно, тихо. Да, молодые люди внутри зала, пожалуйста, снимаем головные уборы, на воздух, ничего не ставим, сами не присаживаемся и так далее. Да, воздух, если вы не имеете теперь, через несколько минут пройдет смена роты почетного караула. Мы с вами, когда зайдем в зал, где можно еще встать, потому что там народу много, может быть, мы не сможем встать группой. Тогда занимайте места, вот в бортиках, где будет свободное пространство, хорошо? Вот, что будет происходить? Ребята зайдут, поменяют нижний пост, потом пройдут через весь периметр зала, поменяют верхний пост. Все это время мы остаемся на своих местах. Единственное, уходим к стеночке, пропуская смену, потом возвращаемся к бортику на своем месте. За караулом не идем наверх. Слышите меня, пожалуйста, чтобы потом не толкаться в кучу народа. Давайте, заходите вперед в группу, чтобы мы еще хоть куда-то успели. Ahem.